Меня зовут Марина. И я осталась одна на всей земле. Я обязательно кого-нибудь найду. Плиту забыли выключить, хозяюшка. А что ты такой негативный? Виктор, старший научный сотрудник Свердловского отделения Института катализа. А вы? Я Марина Мурашкина, актриса. Вообще-то я икона стиля. Как скажете. Я, конечно, очень благодарна, что ты меня спас. Но знаешь что, пошел бы ты вон. А вы не подскажете в вашем огромном, абсолютно пустом городе вон? Это куда? Туда! Вот, середина моста – это граница, за которую тебе переступать нельзя. Мы ждем всех. Что это за голоса? Так это люди моего родного города Екатеринбурга. Народ! Марина, не кричи, пожалуйста. Нам нужно ехать туда. Ты придешься научиться общаться с друг с другом. У тебя что, кирпичи там? Это кто такой вообще? Может, хотя бы пальцем покажешь, куда нам дальше ехать? Ты помрешь еще? Чай не 16. Посуду моешь ты. Я и быт понятия несовместимы. Я не буду с тобой спать. Ее нужно просто подвести. Нет. Доволен? Смотри, что я наделала из тебя. Я животное! Да что ты из дури-то какой-то вся собрана? Ой. Спасибо! Апокалипсис! Я хочу цветов.